У меня позиция однозначна. Нет ничего ценнее человеческой жизни. И жизнь 16 человек, 16, 16. А я думаю, что помноженная, потому что, зная Надю Скочеленко, это мама Саши Скочеленко, зная Лену Гордон, мама Владимира Карамурзы, слышу сейчас, вот сегодня утром, то есть ранним утром, наверное, ночью у всех нормальных людей, разговор Владимира Карамурзы с дочерью. Ну, слушайте, это жизни, это жизни. Зная алмазы, как мы все знаем абсолютно алмазы мужа Лилии Чанышевой. Это спасение, это операция по спасению жизни. 16 человек, но, скорее всего, больше. Ну и, конечно, неравность обмена, неравнозначность обмена. 16,8. Тоже должно о многом говорить. Конечно, Путину нужен был Красиков. И только Красиков. Ну, плевать на Пабло Гонсалеса, он же Павел Рубцов. Та еще сволочь, как мы с вами прекрасно знаем. Ему плевать на этих шпионов, которые получили год 7 месяцев. Ну, смешно. Ну, смешно. Путину рассказывать, что эти несчастные заключенные получили по 1 году и 7 месяцев. Ну, просто смешно. Эти все хакеры, фигакеры, они ему совершенно не нужны. Это такой вот приятный довесок. И, конечно, еще полным... Как бы это сказать-то, другое слово? Ну, а, козлом, да. Выглядит там... Люблю ваши дефиниции. Да, подобрала я слово. Выглядит Трамп, который требует рассказать, сколько денег еще сверху отвалили. Ну, если бы речь шла о деньгах, да, все было бы гораздо проще. И вот ты думаешь только о деньгах. Ну, то есть на фоне, конечно, невероятного успеха администрации Байдена и будущего, да, вот Камела, господи, боже мой, Камалы. Все-таки, да, у меня рановато. Будущий Камала Харрисон, слушай, вот Путин столько всего отдал, помимо заключенных, он отдал очень много очков в кассу Демократической партии. Он отдал вдвое больше заложников. Он, в конце концов, подарил нам жизнь, надежду и хорошее настроение. А он этого не делал никогда. Это вообще первый раз. Вот, пожалуй, в следующий раз, я не знаю, как я буду так радоваться, но когда он сдохнет, наверное. Ну, тоже, да, еще может порадовать. Еще его точно порадует. Некоторые перспективы в этом плане есть у президента Да, есть, Российской есть, есть. Федерации. Есть. Он пожертвовал очень многим, чтобы это сделать. Ради одного вот этого вот Красикова. И мне очень понравились, конечно, мне очень понравились комменты. На всех стримах, которых я видела, это еще было до встречи Путина с букетами розовых роз. А сколько стоят услуги Красикова? Это были просто лучшие комменты. Давайте наймем Красикова.